Дня доброго всем, ребят. Сегодня легкая-прелегкая статья, и будет она посвящена, скажем так, такой легкой теме, как узнать, с какой страны у вас бензобак. Не думайте, что я сошел как бы с ума, это не так, но суть здесь вот в чем. Когда подъезжаете, например, на заправку, ну, как я, видите, вот, подъехал на заправку, на новой машине многие не знают, с какой стороны у вас лючок бензобака. То есть начинают там метаться то в эту сторону, то в эту сторону. То есть там, ну, тупо не знаете. Нужно выходить, смотреть, с какой стороны у вас лючок. Но оказывается, у любой машины есть подсказка. Скажем так, не выходя из машины, можно узнать, где у вас находится лючок бензобака. Я сам не знал до этого времени, но вот недавно узнал. Оказывается, есть такая полезная и легкая фишка. Ну, смотрите, вот у меня сейчас включено зажигание, хочу вам показать. Вот нам нужно обратить внимание вот на этот вот значок. Сейчас я резкость. Вот видите, рядом с этим значком заправки есть небольшой треугольничек. Он именно указывает, в какой стороне у нас лючок бензобак. Вот как видите, у меня указывает на правую сторону. То есть вот туда вот идет. Вот еще раз. Увеличу его сейчас. Блин, не видно. Ну, вот так вот видно. Видно, что идет в правую сторону. Таким образом, вы можете определить, где у вас находится лючок бензобака и подъехать уже на нужную вам сторону заправки. То есть, чтобы не быть голословным, вот давайте я сейчас выйду. То есть, вот, у меня показано, что находится с правой стороны. Выходим. Ну и вот, видите, у меня действительно лючок бензобака находится с правой стороны. То есть, правая сторона автомобиля. Такая вот легкая статья. Думаю, это уточнение будет многим полезно. Смотрите, читайте наш автоблог.